Итак, мы двигаемся вперед. После депрессии наступает выбор человека, он начинает искать правильный путь. Он начинает слушать лекции, начинает пытаться правильно жить. И это удивительное время, как будто заново расцветает судьба перед ним, как будто заново увидел жизнь, и она другая совершенно у него становится. Та жизнь, в которой он жил раньше, считается, как мусульмане говорили, эпоха неведения. То есть до пророка была эпоха неведения, эпоха тьмы. То есть его жизнь старая – это эпоха тьмы, а после стресса эпоха света у него наступает. Новая жизнь, то есть наполненная верой, счастьем, он радостный, начинается, устремляется в новую жизнь. И поэтому 10-я стадия называется принятие новой реальности. 11-я стадия – начало перемен. Потом человек крепнет, у него появляются в жизни новые возможности, не только в духовном плане, но также в материальном. У него совсем другая жизнь, полная возможности наступает. И он дальше видит новые направления в жизни и в конце концов забывает, что он был в стрессе и начинает интенсивно развиваться как личность. Если взять человека до стресса, то он просто спал в это время. И этот сон души, он очень явно виден, когда мы разговариваем друг с другом по телефону. Алло, у тебя как дела? Хорошо. И у меня хорошо. Ну хорошо. Поэтому пока стресс не возникнет, человек спит. Когда у человека все хорошо, то ему кажется, что он живет, а Бог считает, что мы спим в это время. Когда же наступает стресс, нам кажется, что жизнь остановилась, а Бог считает, что она только началась. Потому что Бог считает, что наша жизнь – это сражение, это борьба. А мы считаем, что наша жизнь – это когда все хорошо. Видите, поэтому надо знать, что вот эти вот есть вот эти вот стадии стресса. И также надо знать, что есть силы, которые могут вызвать стресс внепланово. Вот, допустим, по плану у каждого человека гибель родственников есть. Вот с самого рождения мы, допустим, родились на свет, уже запланировано, что мы пострадаем от гибели или смерти близких людей. Это уже запланировано с рождения нашего. Но есть неплановые вещи, которые не запланированы. Это называется внеплановые вещи, которые вызывают стресс, называются врагами человека. Врагами человека.